посылка пришла по международному отправлению. Ее содержимое у специалистов вызвало сомнения. В результате проверочных действий выявили 360 капсул зеленого цвета, которые якобы являются ферментами для удаления жира. В рамках процессуальных действий капсулы были направлены на исследование. Согласно заключению эксперта, в их составе содержится сильно действующее вещество сибутрамин. В действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, контрабанда сильнодействующих веществ. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка.